Снова здравствуйте, спасибо. Большим желанием, с хорошим настроением вышли из отпуска. Сейчас втягиваемся. Часть состава, часть команды у нас в расположении сборной находится и часть тренерского штаба. Тут 6 человек у нас в Казани находится. Вот готовимся. Сейчас пройдем медицинское обследование и уже будем по полной работать. Вот пока что втягиваемся. Первая часть сборов будет в основном направлена на функционал, и поэтому все на связи с тренерским штабом оставшимся, они коррекцию проводят, поэтому проблем особых нету и не вижу в этом. Кубок столетия в начале сентября начинается, вот будем подходить. Команда, получается, полностью берется со сборником вместе в середине августа, где-то после 10-го все приедут, и уже будет работа, уже взаимодействие будет отрабатываться. И нарабатывается командная игра, отработка всех штрихов игры. Успели отдохнуть 100%. Я очень рада, что у нас началось буквально вот вчера, потому что я сначала планировала с 1 июля. Я думала, что я не смогу, потому что 14 числа буквально мая закончили. Но, скажу честно, я отдохнула, готова работать и морально, и физически готова на все 100%, на все 110 даже. Мне очень хотелось поработать с этим человеком, с иностранным тренером. Я думаю, все желают это сделать. Я думаю, что он принесет какую-то быструю игру, новую, где-то подкорректирует, подправит. Ну, я думаю, что увидимся скоро, через месяц, по крайней мере, точно. Пока не хочется играть. Да-да, еще пока нужно подготовиться. Сейчас будет больше, наверное, индивидуальной работы. Физическое, и уже начинаем буквально с первого дня уже с мячами работать, потому что они новые, и нужно их обкатать. Да. Каждый раз, когда ты переходишь в новую команду, единственное стремление – это помочь стать лучше как игрок и принести какое-то единство, если его до этого не было или был какой-то разлад. Ну, в случае Казани, я думаю, что это стать частью единого целого. Начинаем потихонечку тренироваться, что-то отрабатывать, делать. Ну, это сложно пока назвать волейболом, понятное дело, но со временем мы придем к общему. За очень сжатые сроки, очень большая смена состава, нужно подогнать этот состав, как-то наиграть взаимодействие, прийти к каким-то более-менее прочным связям. Сейчас это, конечно, немножечко сложно, учитывая, что большая часть нашей команды в сборной, но я думаю, что мы справимся, и за оставленный срок до начала кубков мы все-таки сделаем все, что мы должны сделать.